Алло. Алло. Чё, как? Чё, как дела? У вас чё, как? Тихо хоть? Да. Или местами? Бабахает, хуярит. Ты сегодня всю ночь прохуярила. А так нормально. Война это нахуй закончилась. Ну, как будто близится всё. Кто говорит, что вы там парад победы будете делать? Какой парад победы? Ну, 9 мая. По-любому здесь. Ну, что приурочат к этому, что будете там маршировать. Да тут какой, Галя, маршировать на улице? Тут война идет, но уже такой маршировать нахуй. Блядь. Ну у вас-то нету потерь-то хоть? Да раненые есть. А хуй знает, у нас бросить. Тут нахуй пока нет. А у других-то нахуй знает. Мы тут без связи, без нихуя нахуй. Да я говорю, тут нахуй, блядь, старшина с геморроем съебался в России уже дома там нахуй. Пиздец нахуй, как эти, блядь. Есть нахуя тут таких кашонок нахуй. Чухнули хули. Что, блядь, конкретно ебашь. Когда поехали-то сюда, в Беларусь, я думаю, так, хуйня, кого стреляет не сильно. А, заезжать начали, охуел, ебал, я уроду. Машины везде взорваны, горящие, нахуй, ебать, города разрушены, нахуй. Города, я хуй, мирные жители, пиздец, они вообще боятся. Наши ебо стоят, нахуй, пиздец, со всех сторон хуярят. 5 человек приехало с Украины, ну, Бординских. Такая, сложили ранее. Оружие они? Не-не-не, сложили живые целые. Сложили оружие, сказали, мы не будем, и все. А их уволят сейчас? Ну, да, конечно, но увольнение они...